Сорт томата «Большой Зак» – это очень мощное растение. Куст высотой достигает до 2 метров. Стебли тоже очень толстые. Плоды красные, вот такие немного неправильной формы и слегка ребристые. Это самый большой помидор в мире. Этот сорт томата уже более 10 лет непобедим в США и выигрывает конкурсы «Самый крупный плод». Для конкурсов его выращивали весом 6 килограмм, а в среднем в США он вырастает до 3,5 килограмм. Этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорт томатов. Так как томаты очень крупные, формировать растения нужно в 1-2 стебля, обязательно подвязка к опоре. Вот так выглядит томат в разрезе. Мякоть красного цвета, малосеменной и многокамерный томат. Вкусовые качества очень высокие у этого сорта, один из самых вкусных и сладких сортов.